Микдама – аванс. Алют Аниуль – расходы. Нехасим – активы. Он нето – чистые активы. Минайот Йетер – акции индекса Йетер. Бааль Миная – акционер. Хевра Мугбелит Беминайот – акционерное общество. Хевра Протит – акционерное общество закрытого типа. Хевра Цибурит – акционерное общество открытого типа. Миная – акция. Алют Авитур – альтернативные затраты. Пхат – амортизация. Бикорет – аудит. Маазан – баланс. Банк Исраэль – банк Израиля. Штар – банкнота. Сифрей Хешбонот – бухгалтерские книги. Гиша Хешбонаит – бухгалтерский подход. Ревах Гальми – валовая прибыль. Гольми – валовый. Штарот Ликабель – вексели у фирмы. Штархов – вексель. Теудатхов – вексель. Гвия – взимание денег. Ликбот – ликвот. Ликвот – взимать деньги. Бааль Шлита – владелец контрольного пакета акций. Леавкид – положить на счет. Лифдод – лифдот – в торговле, выручить. Пидион – пидион – выручка. Никуй – вычет, вычеты. Хатам – гарант эмиссии. Битхонот – гарантии. Минаэль – манкаль. Манкаль – генеральный директор. Рамад Такцивим – глава финансового отдела. Моэд Пидион – дата выкупа. Моэд Ахарон. Моэд Ахарон Леташлюм. Дата, последняя дата исполнения платежа. Мальве. Дающий взаймы. Миталтелин. Движимое имущество. Баальхов. Дебитор. Ахнаса Лекабель. Дебиторская задолженность. Такбулим, такбулим, денежное поступление. Пикадон, депозитный вклад. Теудат саль, диритив. Дивиденд, дивиденд. Никуй, дисконт. Ипуй коах, доверенность. Закаим. Долги предприятия своим кредиторам. Хаявим. Долги, полагающиеся фирме, не обеспеченные векселями. Ураат кева. Долгосрочное банковское обязательство. Долгосрочное обязательство. Ахнаса. Доход. Шуа – доходность. Хеврат Бат – дочерняя фирма. Кдима – задаток. Штарот Лешалем – задолженность, за которую заплатили векселем. Мильве – заем. Гонзар – заемный капитал. Лаве – заемщик. Бааль Машканта – закладодержатель.
Мишкун. Залог. Лемашкен. Заложить имущество. Саманкаль. Заместитель главного директора. Млай. Млай. Запасы. Алют Айцур. Затраты на производство. Леманеф. Играть на бирже в кредит. Ода. Извещение. Алют Айцур. Издержки производства. Одафим. Одафим. Излишки. Яву. Импорт. Матбеазар. Иностранная валюта. Ашка. Инвестирование. Юэц Ашкаот. Инвестиционный консультант. Куах Атмада. Инвестиционная устойчивость. Машкия. Инвестор. Мадад. Индекс. Мадад Мехирим Лецархан. Индекс потребительских цен. Мадад Маоф. Индекс Тель-Авив 25. Машканта. Ипотечное судо, ипотека. Банк Лемашкантаот. Ипотечный банк. Бицуа. Исполнение, делание. Гмарток. Истечение срока. Гон Сикун. Венчурный капитал. Маслака. Клиринговая палата. Дмей Амилют. Комиссионные. Амла. Комиссионные. Агах ле Амара. Конвертируемые облигации. Минайот Шлита. Контрольный пакет акций. Мацав Ашук. Конъюнктура. Состояние рынка. Саль Медбеот. Корзина валют. Саль Ширутим. Корзина услуг. Гилайон Шаарим. Котировочный лист. Мекадем. Коэффициент. Пакам. Краткосрочный банковский вклад. Ашрай. Кредит. Мальве. Кредитор. Носе. Ноше. Ноше. Кредитор. Кошер Ашрай. Кредитоспособность. Минайот Мицтаброд. Кумулятивная акция. Кумулятивные акции. Гилайон Ташлюмим. Купонный лист. Список платежей. Хисуль. Ликвидация. Пирук. Ликвидация. Кинус. Ликвидация. Незилет. Незилют. Незилют. Ликвидность. Бармимуш. Ликвидный. Атава. Льгота. Мирвах. Маржа. Шивук. Маркетинг. Секершук. Маркетинговое исследование. Исследование рынка. Матбеа. Монета. Валюта. Махпиль. Мультипликатор. Махпиль Гон. Мультипликатор капитала. Махпиль Ахнасот. Мультипликатор прибыли. Ткура. Накладные расходы. Мезуманим. Наличные. Млай.
наличный товар, видимо, млай назиль. Мисуй – налоговый учет, налогообложение. Микаркаин – недвижимость. Агах медина – облигации государственного займа. Агах концерни – облигации концерна. Макам – облигация краткосрочного займа Банка Израиля. Амарат матбеазар – обмен валюты. Хейкеф – оборот. Гонхозер – оборотный капитал. Сахаколь алют айцур – общие затраты на производство, общие затраты. Тфука – объем выпуска. Хейкеф мехирот – объем продаж. Махзор – махзор, цикл продаж, объем продаж. Хейкеф тфука, объем производства. Итхайвут, обязательство. Хиврат, итхайвут хиврат бам. А итхайвут, обязательство, хиврат бам, это общество с ограниченной ответственностью, ООО. Хиврат бам. Общество с ограниченной ответственностью. Ревах тифули – операционная прибыль. Опцион – опция, опцион. Миясед – основатель. Гон есод – основной капитал. Дивуах – отчетность. Кнас и кув – пеня. Алют миштана – переменные расходы. Муэд мимуш – период использования опциона. Дмей ниуль – плата за доверительное управление. Кошер эхзер – платежеспособность. Кошер ташлюм – платежеспособность. Ташлюмим – платежи. Лифроа – погасить задолженность. Пидион – погашение задолженности. Мас ахнаса – подоходный налог. Кисуй – покрытие. Лаве – получатель кредита, заемщик. Сапак – поставщик. Алют квуа – CF – постоянные затраты. Цархан, цархан, потребитель. Саль, цариха, потребительская корзина. Алют, шулит, CM, предельные затраты. Аца, аца, предложение. Язам, предприниматель. Мифаль – предприятие. Ревах – прибыль. Ревах – лифней масс – прибыль до вычета налогов. Минайот – бехура. Минайот – миная бхура. Миная бхура – привилегированная акция. Тоцерет – продукция. Функцият айцур – производственная функция. Рибит – процент на ссуду. Куахадам – рабочая сила. Акбалат ашар – акбалат ашар. Распоряжение – лимит. Дмейришум – регистрационный сбор. Зинук, зинук, резкий рост. Цниха, цниха, резкое падение. Ашкаа хозерет, реинвестирование. Яхас рефхиют,
рентабельность. Рывхи, рывхи, рентабельный. Михзур, михзур, рефинансирование. Аревут, ручательство. Шукаон, рынок капитала. Ятра, ятра, сальдо. Хисахон, сберегательный счет. Шивук, сбыт. Алют айцур, себестоимость. Мизуг, слияние. Рихуш, собственность. Гонацми, собственный капитал. Директорион, совет директоров. Муэцет Мингалим, совет директоров. Бикуш, спрос. Моэд, срок. Хейкеф халют, срок действия. Альваа, суда. Рибит прайм, ставка по кредитам. Алют, стоимость. Конес нехасим, судебный распорядитель. Хумрей гелем, сырье. Гилайон бурса, таблица итогов торгов на бирже. Шотеф, текущий. Овервешав, текущий банковский счет. Мегама, тенденция. Михраз, тендер. Муцар, товар. Схора, товар, товары. Шотфут, товарищество. Махзор михирот, товарооборот. Мисхар, торговля. Хивра линаманут, трастовая компания. Алют мемуцат, CA, удельные затраты. Пираон, уплата. Рашут линьярот эрех, управление ценных бумаг. Ширут, услуга. Гон минайот рашум, уставной капитал. Нисхар, участвующий в торгах. Рибит бемешек, учетная ставка. Цума, фактор производства. Саманкаль, саманкаль ксафим, финансовый директор. Дох каспи, финансовый отчет. Мимун, финансирование. Бурса линьярот эрех, фондовая биржа. Хозе атид, фьючерс. Хевра ле ахзакот, холдинг. Хеврат гаг, холдинг. Кидаиют, кидаиют, целесообразность. Мехир, цена. Эрех, ценность. Ниерот эрех, ценные бумаги. Банк Меркази, центробанк. Хевра Пратит, частная компания. Ревах Наки, чистая прибыль. Тазрим Мезуманим, чистый денежный поток. Директор, член совета директоров. Манов финанси, экономический рычаг, левераж. Ревхиют, экономичность. Экспорт, яцу, яцу, экспорт. Анпака, эмиссия. Леанпик, имитировать.
Рамат Ницуль Яиля Бейютер. Эффективный масштаб производства.